Привет! Я вас всех приветствую на канале «Из Берлина в деревню». А мы опять вышли на прогулку. Смотрите, какая красота! Погода прекрасная! Супер! Сегодня плюс 20. Но на солнце ощущается, как будто бы все 30. Пойдемте с нами гулять! А мы уже 2 дня не были в лесу и сегодня решили пойти в лес. Соскучились. Смотрите, как дорожки подсохли. Все стало сухо. Потому что уже у нас 4-й день, теплота стоит. Вот сейчас мы вышли, у нас уже 16 градусов. Представляете, как тепло. Такая прям погодка хорошая. Вот в сад приехали хозяева. Убирают здесь, порядок наводят. Все вот в кучке уже сложили. Сейчас все вывезут. И будет здесь красотища. Молодцы. Ух ты. Шмели летают даже. Сегодня хозяина нет. И мы хотим поближе поснимать для вас пчел. Смотрите, погода хорошая, солнышко. И они делают облет. Не знаю, я видно вам будет или нет. Но их там тьма. Вот сколько много. Говорят, что весной они не кусаются. Я не знаю, но пробовать ближе подходить боюсь. Вот смотрите, как они там работают. Делают облет, занимаются своими делами. Много их, конечно, тут. Страшновато прям. А вдруг укусят? Ай, подлетела прям к фотоаппарату. Да, какая же красота весной. Прям так сразу стихи на ум лезут, которые я давным-давно написала. Спасибо тебе, матушка природа, что каждый год, проснувшись ото сна, приносишь ты нам маленькое чудо, название которому весна. Ну вот, а мы уже проголодались, набегались и садимся обедать. Добро пожаловать с нами! Еще раз поздравляю всех мужчин с праздником, счастья, здоровья, мирного неба и всего доброго. А вот это мои новые носочки. Как вам? Красиво? Вот моя обновка. А я сегодня купила какой-то вот новый порошочек. Персил называется. Раньше я обычно пользовалась Ариэлем. Ну вот, сегодня решила попробовать, думаю, надо что-то новенькое попробовать, почему бы и нет. Вот он выглядит вот так, из 4 маленьких частей. Ну, не знаю, посмотрим, как он будет стирать. А раньше у меня был вот такой обычно порошочек. Вот, из 3 частей. Ну, вроде бы стирает хорошо, иногда от него много пены, поэтому я решила попробовать другой порошок. Может быть, он не будет давать столько пены. Ну, может быть, вы пользовались, друзья? Подскажите мне, лучше персил или нет? Ну, в общем, я решила попробовать. Вот такой купила себе порошок. А я сегодня хочу замариновать свиную рулечку. Ничего особого я в нее не люблю добавлять. Мне больше нравится просто с чесночком, с перцем черным и немножечко хочу добавить пепперони. Ну, это так, просто для остроты. Я ее замариную, она у меня полежит и буду ее запекать в рукаве. Мне кажется, свиную рульку в рукаве — это самый лучший способ запекания, потому что она хорошо там прожаривается, у нее появляется корочка. И я думаю, что это самое лучшее, что можно с ней придумать. Рулечку я хорошенечко натерла всю, посыпала всеми приправочками. Чесночком, пепперони, перчиком, солью. И вот так вот оставлю ее до завтра. Потом будем запекать, и я покажу дальше, какая она будет красивая, с корочкой. Ну вот. Моя рулечка промариновалась всю ночь, и сейчас уже почти обед.
Она прям сочная, такая красивая. Сейчас я ее положу в рукав. И мы ее будем запекать. Она там хорошо пропечется. И будет самое то. Часа два, не меньше, да? Да. Вот, мы берем завязочку. Завязываем ее. И она у нас будет печься. А потом, когда она будет готова, я, конечно же, вам ее обязательно покажу. Ставим ее в духовочку. И не проколола. Надо проколоть. Правда, я это совсем забыла. Вот так вот, не научи, пошли по миру. Ни кусочка не будет. Ни кусочка не останется, да. Коли потихоньку, не торопись. Обязательно проколоть надо, обязательно. И она пошла в духовку. Ну, будем ждать. Пусть печется. Так, оденем свои большие перчатки. И полезем смотреть нашу рулечку. Выглядит она красиво, смотрите. Так, посмотрим. Сейчас мы попробуем ее отсюда извлечь. Так, как бы нам ее отсюда извлечь? Так, сейчас мы ее разрежем. Ух, какой пар идет. Так. Так. Вот такая аппетитная рулечка получилась. Смотрите, и корочка у нее есть. Очень красивая, вкусная будет, аппетитная. Ну вот, друзья, еще один день у нас закончен. А я вам желаю прекрасного настроения, отличного продолжения дня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших видео. Всего доброго!